идея открыть фотостудию родилась давно, еще задолго до того, как в Петербурге, в принципе, стали появляться новые пространства для съемок. Я тогда, как начинающий фотограф, искала для себя какие-то пространства с интересными фактурами, с крутыми интерьерами, и когда поняла, что в Питере, в принципе, такого нет, захотелось создать что-то свое. Название для студии придумали сразу же, как только увидели помещение. Оно было такое голое лофтовское пространство, поэтому 212 – это код Манхэттена, Нью-Йорка, такой ассоциативный ряд именно с этой частью мира. Когда мы придумывали студию, мы хотели ориентироваться на все категории людей, которые интересуются фотографией. Это и любители, и профессионалы, и люди, которые любят минимализм, и люди, которые придерживаются каких-то интерьерных решений в съемке. Нам хотелось, чтобы студия 212 была таким вот уютным местом для каждого. Арт для меня – это такая очень двухсторонняя вещь. С одной стороны, это люди, которые создают искусство, а с другой стороны, это люди, которые его лицезреют. Для меня такое вот двустороннее понятие.